завтрак традиционный финляндский, так. Со шведского стола. Такой здесь разврат из булочек. Очень вкусно, к сожалению. Сыр, ветчинка. Йогурты. И фрукты. Такой достаточно скромный, но я считаю, что здесь есть все. Вот это, конечно, бомба. Еще немного всего вот здесь. Песок. И шампанское. Мне всегда нравится, что здесь вот такие бутики, они разрезаны на 4 части. И каждый может взять себе маленький кусочек и маленький круассанчик. То есть, если вам много тыла, вы можете взять столько, сколько хотите. Прям отличная идея. Редко где встречаю. В итоге у меня вот я взяла детокс. Сок. Зеленый чай – это мое обязательное условие на завтрак. Извратился немного покруче, но всегда капучино и вот такие яички Бенедикт.